Ідемо далі. Вищий антикорупційний суд не задовольнив клопотання адвоката одеського бізнесмена Вадима Альперіна про зміну запобіжного заходу. Про таке повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду. У клопотанні адвокат Альперіна просив суд скасувати тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави, яку раніше вніс підозрюваний, а також змінити покладені на бізнесмена обов'язки на особисте зобов'язання. Однак слідчий суддя ВАКС відмовив у задоволенні клопотання. Я нагадаю, що за версією слідства Альперін створив злочинну організацію, яка займалася ввезенням до України товарів за заниженою митною вартістю. Як встановили у НАБУ, фірми з орбіти Альперіна імпортували товари за підробленими документами, які робили в офісі одеського бізнесмена в бізнес-центрі «Сонячний» в Одесі. На цю тему поспілкуємося з журналісткою, з нами відеозв'язком Ірина Гриб. Я вас вітаю. Да, добрий день. Дякую, що долучилися. Тож, дуже коротенько, як ви прокоментуєте рішення Вищого антикорупційного суду? Ну, на самом деле, все, что творится вокруг Альперина, это больше похоже на какой-то фарс, честно говоря, потому что я уже много говорила о том, что мы можем на кухне обсуждать и говорить, называть его король контрабанды, и, я не знаю, там, крестный отец рынка тканей нелегального в Одессе или в Украине, но для того, чтобы это делал президент, должна работать все-таки правоохранительная судебная система. Адвокат Альперина и представители Альперина, они заявили о том, что, ну, когда просили, да, сменить меру пресечения, они заявляли о том, что Альперин не просто не собирается покидать страну, а он еще и собирается бороться за то, чтобы остаться гражданином страны. Я не совсем, ну, вернее, как, у меня есть подозрение, что все то, что происходит вокруг Альперина, больше похоже на какую-то такую громкую пиар-акцию, потому что это громкая фамилия, на ней можно долго и громко пиариться, тем более, что, скажем так, мне кажется, что есть еще какой-то личняк, потому что все мы помним, как в прошлом году президент публично объявил условно Альперина в розыск, он даже заявил о том, что готовы дать вознаграждение тому, кто даст какую-то информацию о месте нахождения господина Альперина, а на следующий день Альперин фотографировался, делал селфи на фоне НАБУ и как бы заявлял о том, что я вообще-то никогда не прятался, и вот он я. И, конечно, он поставил президента, ну, мягко говоря, не в очень удобном положение. Вообще, прошлый год был в этом плане богат для господина Зеленского. Тут заявление с Делфи, опять же, с Альперином, и вся страна себе тихо хихикала в кулачок по этому поводу. Поэтому, возможно, тут даже есть какие-то личные мотивы. Что касается того, что происходит, лишение Альперина гражданства, может ли это повлиять на его судебные производства, на дела? Значит, смотрите, решение президента сомнительное, на мой взгляд, о лишении Альперина гражданства и возможной депортации вроде как никак не влияет на эти производства, потому что у нас могут засудить человека и заочно. На самом деле, если бы мы жили в правовом государстве, то, конечно, бы все эти моменты, они бы очень сильно повлияли на ход действий, потому что мы уже судим не гражданина Украины, а, ну, если мы приостанавливаем гражданство или лишаем гражданства Альперина, ну, не мы, а президент, то мы уже говорим о суде над гражданином, подданным другого государства. А это уже немножко другие, вернее, не немножко, а сильно другие переменные, которые меняют все уравнение. Однако вот я перед эфиром читала заявление экспертных центров господина Рябошапки, и все говорят о том, что ничего, все хорошо, будем судить. Я напомню, что есть закон Украины о гражданстве, в
которой статьей 22 определяется, что 22 или 19, надо будет посмотреть, определяется, что любой гражданин Украины, который добровольно принял подданство или гражданство другой страны в правовых взаимоотношениях с государством Украины, определяется исключительно и только как гражданин Украины. То же самое Пані касается Ирина... иностранных граждан. Пані Ірино, вже, на жаль, немає часу. Дуже вам дякую. Я почув основний меседж. Спасибі, що долучилися до нашого ефіру. Це була Ірина Гриб, журналістка. Я нагадаю, що Вищий антикорупційний суд залишив під вартою одеського бізнесмена Альперіна.